Новосибирск готов к весеннему паводку. Из мест возможного подтопления снег уже вывезли. Очистили 218 дождеприемников ливневой канализации. Чтобы вода не застаивалась на дорогах и тротуарах. Объезд группами совместной администрации района и нашими сотрудниками ежедневно мы осуществляем по всем узким местам, которые у нас существуют, по каждой речке, по каждому коллектору проверяем. Если что-то видим, то немедленно реагируем. Я хочу сказать, что все коллектора, все русла малых рек расчищены, и в целом вода проходит спокойно. Следят не только за водоемами в черте города, но и за всеми домами и улицами, расположенными в низинах. Таких мест почти 170. Ожидают, что интенсивное таяние снега начнется 25 марта. Муниципальная аварийно-спасательная служба уже проверила систему оповещения в дачных обществах, которые находятся в зоне риска. Подтопленными могут быть участки в Первомайском и Советском районах. Паводок на Оби ожидают в мае. Точный прогноз по количеству воды, которая пойдет с Алтая, будет известен через неделю. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!